У Гомелі яскраво завершився тиждень дитячої і юнацької книги. У бібліотеці ім'я Герцена пройшов фінал 13-го штогодового конкурсу «Лепший читач». Попередні літературні поєдинки визначили 11 самих начитаних школьників обласного центру по виниках 2018 року. Менавіта їм і довелося поспрачатися за звання «Лепшого». Подробязності у сюжеті Євгеній Кухаронок. Продемонстрировать свою эрудицию, начитанность и навод артистичность финалистам предоставилась под час трех литературных конкурсов. Одна из первопочатковых умов удела в споборництве – прочитать за лето 7 вызначенных книг. Пытание по зместе творов гучали под час одного из выпробований. После чего школьники примерили на себе профессию промоутеров. Им необходимо было прорекламировать книгу и презентовать свою мясцовую библиотеку. В этом году конкурс отличается тем, что он проходит в юбилее библиотеки Герцена столетней, поэтому мы в этом году постарались не сильно нагружать ребят соревнованиями, хотя такой элемент соревновательный все равно будет присутствовать, но больше сделать праздника. Оценивал выступление конкурсантов компетентное жюри под старшинством письменника и драматурга Василя Ткачева. Я вообще люблю читать и читаю одну книжку за неделю. Вот. И последнюю книжку, которую я читала, это была «Мы с Саньком отыли ворога». Это конкурсная книжка. Кожен из удельников конкурса смог продемонстрировать свою допытливость и любовь до читания. Усе финалисты отримали дипломы и подарунки, специальные призы уручили сузасновальники конкурсу. Звание лепшего читача дитячей книги отримала вученица 51-й гимназии Гомеля Маргарита Глушакова. Евгения Кухаронок, Валерий Гапанько, телерадио, компания «Гомель».